Здравствуйте, меня зовут Эмиль, мне 26 лет, я актер, учусь в Щуке на курсе Пирогова Кирилла Альфредовича. Я в прошлом профессиональный спортсмен, занимался боевыми единоборствами, профессионально играл в футбол. В общем, на роль спортсмена, мне кажется, можно любую роль рассматривать. Волейбол тоже играл, есть разряд. Вот. Что еще я не рассказал? Сейчас учусь, хочу сниматься, хочется найти своего режиссера, потому что, в общем, хочу найти отчасти, наверное, какого-то своего учителя, потому что у всех, все по-разному видят кино. Вот, очень надеюсь, что мне попадется свой какой-то человек. Вот, всем спасибо, зовите на съемки, на пробы, буду рад.